Фонтан алкоголя в грузинском приморском городе Батуми открыт Чача Тауэр. Это башня-фонтан, откуда вместо воды будет идти традиционная грузинская виноградная водка Чача. Попробовать крепкий напиток смогут все желающие и горожане, и гости Батуми. В открытии необычного фонтана приняли участие мэр города Джемал Ананидзе и председатель правительства Аджарии Ливан Варшаламидзе. Собравшиеся на церемонии смогли отведать Чачу из специальной установки. Ранее отмечалось, что алкоголь будет литься из фонтана раз в неделю на протяжении 15 минут. Высота Чача Тауэра составила 25 метров. Строительство было профинансировано мэрией Батуми. Сумма составила 810 тысяч лари. Это очень оригинальный проект. Я такого нигде раньше не видел. Мне очень понравилось. Уверен, что Чача Тауэр привлечет много туристов в вашу страну. Когда мы объявили о намерении осуществить этот проект, к нам начали поступать сообщения из стран постсоветского пространства. Строительство башни вызвало огромный интерес. Уже на проектном этапе была большая заинтересованность посетить эту башню.